Дорогие друзья, приветствую вас. Должна сказать, что мы очень ждем вас в следующем сезоне на наших концертах. Вы сможете не только насладиться прекрасной музыкой, но также сможете сами поиграть на рояле. Этот рояль для вас, он разрешен к употреблению в Российской Федерации и в филармонии Кузбасса. То есть каждый может сыграть здесь все, что ему хочется. Вспомнить свое детство в музыкальной школе, сыграть знаменитый собачий вальс, например, или все, что захочет ваша душа. Мы очень вас ждем. И рассказываю немного о тех абонементах, которые вас здесь ждут. Давайте обсудим сначала такую тему. Что общего между музыкой и медициной? Конечно же, любой здравомыслящий человек скажет ничего. Но однако древнегреческий философ и мистик, и к тому же, между прочим, музыковед Пифагор считал совершенно иначе. Более того, он составил целую музыкальную аптечку. И огромную роль он отводил именно духовым инструментам. Он считал их самыми целительными для человеческой души. А что касается органа, а это именно клавишно-духовой инструмент, то есть суть его – это воздух. Воздух – значит душа. То есть вы сможете не просто насладиться прекрасной музыкой от Баха до современности, да, до Циммермана, но еще и получить целительную таблетку для своей души, когда вы будете слушать орган. К тому же вы услышите много интересных историй о тех композиторах, музыка которых будет звучать от меня, то есть от музыковедьмы. И, в общем, мы вас очень ждем, очень вас любим и надеемся, что вы получите огромную радость и много приятных впечатлений на наших концертах.